7-миллионного гражданина Кыргызстана Жакшылыка выписали из роддома. Видео выписки опубликовал на своей странице Facebook заместитель главы Кабмина Эдиль Байсалов. Напомним, что мальчик родился в семье фермера Валиджана Абдурасулова. Его мама Айжар Кысырождинова 1982 года рождения. Жакшылык – четвертый ребенок в семье. Вес мальчика 3 килограмма 900 граммов, рост 54 сантиметра. Этим именем его предложил назвать президент Садыр Джапаров, и оно символизирует развитие и процветание страны. Сегодня из больницы мы выписались домой. Мы очень рады этому событию. В первую очередь я хочу поблагодарить всех врачей и медсестер, которые работают в этом родильном доме. Они очень хорошо ухаживали за нами. Большая благодарность президенту, мэру нашего города. Всем участникам выписки большое спасибо. Отдельная благодарность нашим властям, всему кыргызскому народу и медицинским работникам. Большое спасибо вам за поддержку. Пусть наш сын растет здоровым, а в стране будут мир и стабильность. От имени государства и всего кыргызского народа наш президент Садыр Жапаров передает семье Жакшылыка 1 миллион сомов. Эти деньги будут размещены на депозитном счете в Айыл-банке под 14% годовых. В 16 лет Жакшылык сможет воспользоваться этими деньгами и направить их на свои нужды. К этому времени эта сумма вырастет до 22 миллионов сомов.